Интеллектуальные каникулы. В Чебоксарском технопарке «Кванториум» в июле работает познавательная смена. Сейчас здесь отдыхают почти 100 детей. Чем отличается отдых в «Кванториуме» от любого другого, узнавала Галина Титарчук. С самого утра в «Кванториуме», как и в любом другом лагере, зарядка и завтрак. А потом начинаются необычные мастер-классы или кванты по самым разным направлениям. К примеру, эти ребята учатся рисовать с помощью 3D-ручки. Занятие это настолько увлекательное, что даже наш оператор не удержался и тоже начал творить. Можно так ставить почти. Вначале дети создают плоские изделия и потом постепенно переходят к 3D-объектам. Кстати, стильный аксессуар потом можно забрать с собой и подарить, например, маме. А вот ребята, которые занимаются в нано-квантуме, смогут порадовать близких настоящими кристаллами, которые сами вырастили. Юные химики, к тому же, научатся создавать не ньютоновскую жидкость, проведут множество опытов. Занятия в биоквантуме помогают изучать микромир, знакомиться с обитателями лаборатории, гигантскими улитками и мадагаскарскими тараканами. Семен Казамбаев больше всего любит занятия по робототехнике и моделированию. В свои 13 лет он легко разбирается в деталях и схемах. На первом же занятии мальчик сумел собрать вот такого умного робота. Этот робот собран за один день. Он со своим ультразвуковым датчиком сканирует площадь и определяет предметы и записывает их в переменные, тем самым составляя карту поверхности. От старших товарищей не отстают ребятишки помладше. Придумывают и изобретают своих роботов из лего, а затем учатся их оживлять под чутким присмотром наставников и педагогов. Все педагоги у нас прошли обучение в Москве. Они познакомились с многими разными программами мотивации детей и вовлечения их в творческую деятельность через игру прежде всего. И, конечно, дети, увлекаясь, начиная с игры, потихонечку втягиваются в процесс творчества. Они начинают сами придумывать какие-то модели, собирать. Они начинают сами экспериментировать. Ну, наверное, в этом основная задача «Кванториума». С каждой сменой ребят, желающих проводить летние каникулы не дома перед телевизором, а с пользой, становится все больше. Организаторы обещали, что в «Кванториуме» откроется еще одна смена в июле и в августе. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.